Я вас приветствую. И, дорогие родители, уважаемые, вот начинается наша ЕГЭ. Вот мы поехали на литературу. Друзья, берегите себя, берегите свои нервы. И, пожалуйста, не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Не кричите на своих детей. Все случается. Значит, поехали, товарищи, у нас стрелочка. У нас стрелочка. Не едут товарищи, за рулем читают. Вот, наши дети самые лучшие, самые талантливые, самые умные и самые красивые. Поэтому, если что-то у них не получилось в данный момент, ничего получится в следующий раз. Не кричите на них, не расстраивайтесь. Они и так еле... Да, Маша? Маша, вот тебе, Маша, скажи слова напутствия людям. Дайте русскую классику, если станет литературу. Не, Маша, какие-то одобряешь. Да, блин, экзамен вообще жизнь не закончилась, господи. Вот. Есть только возможности, блин, ну, сходите на курсы. Блин, сходите на курсы. Самообразование, мам, подожди. Блин, сходите. Мам! Самообразование, сколько есть онлайн-платформы, которые помогают учиться на любую профессию за полгода или за год. Поэтому вообще не парьтесь, боже. Не верьте, на любую профессию за полгода на год нельзя. Ну, понятно, понятно. Например, можно. Ну, в общем, что мы... Не перебивай, подожди. Хорошо, давай. И, в общем, на экзаменах жизнь не заканчивается, поэтому самое главное, берегите друг друга. Мама, ёкла, мане! Берегите свои нервы и ментальное здоровье, блин. Вот перебивает родную дочь, у которой стресс, между прочим. Стресс. У нее стресс. Понимаете, у нас стресс. Вот. Так что, друзья, к чему я это все? А к тому, что берегите друг друга. Экзамен это... И все. Поэтому без нервов, тихо, спокойно зашли, подумали. Время есть. Никуда не торопимся, не спешим. Любим друг друга и ценим. Все. Удачи всем.